он должен был. Раунд бы включился. Ага. Задевался, да. Спасибо, Нан. Я на два пальца поставил, подсаживайтесь, кто в начале. На два пальца. Реакция. Дым у вас вообще просто, вся арка уже. Давайте Давайте, ретро, мозг, это круто, все, давай не флуди. Блин, подсадай, генерал. Давайте потянем чуть-чуть. Зачем? Дай пацан, это зло, что ты лежишь? Толку от того, что ты лежишь, скажи. Да ты еще тише разговаривай. Так ты какая разница, ты все равно лежал. Ты ж не пытался кого-то. Я слепой, помоги, помоги мне. Я тебя прикрою. Залазь, А я тебя нет. Нормально. Я слепой был. Если ты не разговаривал, правильно? Снычки убей! Ладно, я сам убил. Молодец, что прошел, так знаешь. Невзначай. Да, я гадаю, азот. Да, он убил Инжа и дальше пошел. А ты что сказал ему, что это? Я вообще ничего не сказал. Это громче было, да? Ладно, все, давайте без этого. Они, походу, с нашей респы полезут, или мне кажется. Да, на белье. На белье снайпер лежит. И на рынке штурм, на рынке. В окно лезет. В окно залез, а второй на белье. На мусоре окно, мусоре окно, мусоре окно. Генерал, тебя видно с мусора. Все, это на мусор ушел. Царь! Осторожно, граната! Перелез вроде бы, или нет? А, нет. Или нет? Блин, не лез уже. Уйди на их респу, на их респу, уйди, на их респу! Ты слышишь, что я говорю вообще? Беги, безумец! Боже, сколько раз надо сказать, чтобы услышно было? Лучше бы записать, чтобы не сел бы. Стой. Скажи, подойди. Все, иди. Иди. Причем беги даже, я бы сказал, не иди. Ну все. Безумец. Ложись, оп. Команда врага уничтожена. Установите бомбу. Икс не сломай. Лег один раз, и икс не сломай. Бомба под стволы. Ну я ж сказал, я тебе ж под стволом играю. Успокойся. Чё? Бесит. Нет. Да, нормально играю, поставь сошки игры. Сейчас не та игра, на которой надо фань. Граната! Блять, команда. Команда? Выстрелить зажали, а это бац и в голову. Команда молодости нашей. Нормально. Мешки, я короче, три... Можно зига. Я к вам третий в окно мешки, зига. А толку? Да, десятый. Заходите, все, заходите. Пачаны вперед. Игрок бомбой убит. Убили. Бомба взята. Это она, по-моему, ретро. А, сори. Ох, я с задержкой убил, потом видео, посмотрите. Шлёстко. Мы не смотрим эти нуба видео. А как же лайки? Уже их ставят. Да нет. Да. Твинков не надо создавать. Нет, твинки тут для топик. Начались весь финанс, льёт. Да, я не залечусь, как всегда. Прицел. Все, тише. Но он гоф лудить. Даже не... Ну не надо! Азот! А, ну типа реклама. Это частная реклама. Да ладно. Дымите арку, раньше будет. Да нету дыма. Пацаны, я... Азот, за это банят, если ты не знаешь. Я прокинул. Заспал в чате, в общем, банят. За фут в чате, а это фут. Все, успокойся. Не надо это писать. Ну чё, кто встал-то? Пацаны, Гоура. Ты что ли? Да я застал. Чё, это нахуй шёл. Ну, а чё это ты смазываешься, ну, можно вот без этого? Не-не-не, знаешь, я просто на всё хп покоцал, потом стреляю в него и нет дома. Осторожно, граната! Бомба установлена. Смотрите, с пробега необходимо. На балкон киньте кто? Прям сейчас. Прям сейчас. Понятно. Мучит, по-моему. Зиги коцаны, я так бегал, лагаю. Тройка. Отряд врага. Кидаем грены на два, рашим рын. Установите бомбу возле одного. Дым, киньте, если у кого-то есть на два. Раунд. Да нет у кого-то. Бомба взята. Азот, у тебя должен был быть. Кидаю гранату! Кидаю гранату! Не, блин. Ну ладно.
коллиматора. Ничего себе. Вот и отец. Бля. Под ствол, Игорь. Я тебя сейчас кикну, серьезно, понимаешь, хоть игры. Игорь, не чуди, могут это поставить все. Ты конченый, что ли? Что хватит? Ты понимаешь, да, ход игры идет. Спасибо. Я знаю, что ты конченый. Под ствол стрелять не надо. Смотри, он лежал на единице. Ты как бомбу ставил, Азот, ты дурак, что ли? Бойся. Не трогай на Азота. Ты слышишь, ты что на меня-то будешь? Слышь, ты что на Азота дрейфишь? А кто ставил? Ебало, закрой, блядь, Игорь. Понял? Кто ставил? Не трогай Азота. Повторяю. Да офнись уже, твой рынок за ящик. Че, не буду стрелять? Ты, может, сам будешь? Штурм нет. Читак подобрал, за ящиками стоит. Да... Их сломал, их сломал. Успокой. За ящиками лежит, короче. Ты кончишь, да, сколько, блядь, тебе раз сказать, идиот, блядь. Твой КХЛД. Вис, ты ставил, что ли? Да какой я ставил? Раунд начался. Дай сами тащите. Кто-то, блядь, начал ставить. Может ретро, не знаю, может Азот. Осторожно, граната! Граната! Тут вид. Вид, взять, значит, а? Ретро. Я взрываться пошел. Осторожно, граната! Ретро, так попробуй еще раз. Балкон займи. С моим виспом. Пацан. Пацан, дай. Быстрее на балкон. На меня пацан. Ну ты что делаешь? Ты дурак, Азот. Ну Игорь же идет на пацан, блядь, пеп. Все, сука, Игорь, ты мне натурил. Ну ты что, ты дурак. Я за ты уже бесишь. Блять, был бы сейчас огонь по своим, отвечаю. Да ты че? Виз бы ебать его. О, пятерка чуть. Вы выиграли раунд. Вражеский отряд разбит. Защитите стратегические объекты. Давай Делра. Да не надо, давай доиграем потом будет. Не надо. Смотрим. Если развесить, я забавлю. Потому что реально уже. Граната пошла! Че, я тоже что ли? Граната! Бойт по один. Пацаны, два раза. Висп. Без хп, просто у меня такие лаги. Заберите эту Катюшу. Блять, еще один. Да ну ты задрал, дай зарыть. Защитите стратегические объекты. Раунд начался. Дел раш. Если вы нубы. Ну я не могу. Ничего такая стоял. Пожиратель урона. Кидаю гранату. Азот стилер сам. Ретро прям разошел. Хороший это вообще. Че он там разошел? За стильных и ослепленных убил меня. А ты вообще никого не убил. Так что все лавры победители. Не пари контору. Шкет. Дядька нашелся мне. Которому все 13 лет дают. Хлипный.